Мы инвестируем, мы решили построить в Александровском районе комплекс по производству молока. Этот гражданин Германии хочет вложить в производство в Оренбургской области порядка 350 миллионов рублей. Как говорится, политика политикой, санкции против России еще никто не отменял, а бизнес бизнесом. И Оренбургская область здесь один из самых привлекательных регионов. К открытию бизнеса подошли с немецкой тщательностью. Уже есть земля, купили технику. Старт проекта в следующем году. Сельское хозяйство – это всегда было доходным делом, независимо от того, что оренбургский климат очень нелегкий, но мы оптимисты не только по душе, но и уверены, что это получится. Мы планируем производить здоровое молоко и из здорового молока производить элитные сыры, твердые, полутвердые сорта сыров, которые мы планируем реализовать не только в регионе Оренбуржья, но и по Серебряному, Золотому кольцу России. Это Сочи, это все курортные регионы. Форум «Оренбуржье. Сердце Евразии» в этом году собрал порядка 2000 гостей и участников. Инвесторы из Германии, компании из Казахстана, Киргизии, Беларуси представляют множество товаров. Проводятся круглые столы, темы разные. Оказание медицинской помощи, развитие туризма, создание совместных предприятий, налаживание торговых отношений. Представители Актюбинского завода противопожарного оборудования на форуме в Оренбурге впервые хотят себя показать и контакты наладить. Тем более интерес в области к такой продукции большой. Мониторим Россию. Есть крупные производители в России. Но вот как идут запросы с Оренбургской области к нам, то есть объясняется тем, что некоторые заводы по России находятся намного дальше, чем мы в Казахстане. Проблем по ввозу товара в Российскую Федерацию особых нету, поэтому хотели бы наладить какое-то близлежащее сотрудничество. Различные предложения поступают как из-за рубежа, так и с российских предприятий. Вот отечественная разработка. Агробот – полностью автоматический трактор, способен почти круглые сутки пахать без участия механизатора. Это пока проект. Довести до ума его планируют в том числе и с участием Оренбургского аграрного университета, в котором создадут тестовую площадку. В настоящий момент проект запущен в тестовом режиме, то есть это не готовая технология к внедрению, пока идет такие исследовательские работы. Форум показал, желающих работать с Оренбургской областью много, а мы и не против. Оренбуржье ждет всех инвесторов. Действительно, мы имеем одно из лучших инвестиционных законодательств в Российской Федерации. И любому инвестору говорим: добро пожаловать, мы открыты. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время.